С корняжным теплым ремеслом занялся кот когда-то. Мурлича песню за столом, сидел с корняк усатый. Как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. «Здорово, кот!» – промолвил пес, протягивая лапку. «Трещит на улице мороз, скорей щей мне шапку. Я за ценой не постою. Ну что ж, сочёшь? Изволь сочту. А долго ждать? В денёк-другой окончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкою в субботу. Папаху шить, не шубу шить, для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будем всем завидным. А о цене поговорим. Нам торговаться стыдно. Папаху шить, не шубу шить, с деньгами можно не спешить». В субботу утром старый пес, подтягивая зябко, просунул в дверь замерзший нос. «Ну что, готова шапка?» «Нет», — говорят ему в ответ. «А где хозяин?» «Дома нет». Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так: «Зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить, не шуточное дело. Папаху шить, не шубу шить, но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора. Мне очень жаль, — ответил пес, — что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос, когда явиться снова? Не в гости я хожу твой дом, а за своим хожу добром. Ну так и быть, — бормочет кот, — приди к обеду в субботу». Среда настала. Пес идет за шапкой к соседу. «Как поживаешь? Жив-здоров. Готов заказ? Нет, не готов». Тут висел крупный разговор, потом и потасовка. «Ты братец плут, ты братец вор, жена твоя плутовка. Щенок, урод молокосос, паршивый кот, плешивый пес». Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, судья сказал: «Позвать сюда и кошку, и собаку». Лукавый кот и бедный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот-скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой, и все меху унес с собой. А так как этот кот-скорняк всем нашим кошкам прадед, семейство кошек и собак между собой не лядят. Когда увидев, честный пес рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает. «Готова шапка или нет?» А кот шипит ему в ответ. При этом кот плюется так смущенно или в страхе, как это делал кот-скорняк, когда кроил папахи.